Дорогие друзья, сегодня замечательное событие. Сегодня в торжественной обстановке мне большая честь предоставлена вручить этот кубок. Этот кубок лучшему старшему партнеру по всей сети компании «Этажи». Это очень ценно, на мой взгляд, очень сложно. Да? Предыдущие 2 года у нас первое место занимали команды Москвы. По итогам 23-го года Тюмень вернула пальму первенства, это замечательно. Отдельно хотел сказать спасибо на вашей команде. Во-первых, она молодая, по-моему, года 3 примерно. Да? Быть лидером – это всегда сложно, это ценно. Я вот сам всегда говорю, я не знаю, как Ильнур вообще смог собрать такую команду. Это, ну, уникально. Вообще для риэлторского бизнеса уникально. И в целом, наверное, для не только для риэлторского бизнеса, даже для как такового бизнеса. Потому что за такие короткие сроки такие команды обычно не создаются. Вот у вас есть и суперлидеры. Да, я даже вот посмотрел светофор. У вас, получается, Лена на 1-м, Руслан на 2-м, Андрей на 6-м, Наталья на 7-м, сам Ильнур на 10-м. Да? То есть это, ну, просто круто, невероятно. Причем на очень конкурентном рынке. Явно не случайная история. То есть явно, значит, Ильнур обладает такими талантами раскрывать звезды, да, вы все явно единая команда, потому что другие тоже равняются, подтягиваются, это круто. Результаты реально выдающиеся, от средних значений очень сильно отличаетесь. Именно наличие лидеров – это то, что делает системы сильными, и цель компании всегда, чтобы такие яркие звезды команды формировались, и яркие управленцы, яркие риэлторы, которых у вас очень много. Вся цель компании именно в этом, чтобы таких людей можно было как можно больше. И вдвойне поэтому приятно сегодня, в этой очень торжественной атмосфере, сегодня хоть и субботний день, но такой светлый, теплый, я не знаю, замечательный просто, да? И реальный результат уникальный, поэтому все сходится. Ильнур, этот кубок переходящий, да, он может быть у вас надолго, это уже от вас зависит, что называется. Вот, я тебе его вручаю, говорю тебе спасибо от лица всей компании. Ты, знаешь, наверное, надежда и многих наших партнеров, да, что это возможно. Знаешь, такая яркая звезда, что когда есть такие яркие звезды, это дает уверенность всем, что это возможно, да, вот значение сложно переоценить, поверь на слово. Я понимаю, что ты считаешь, что ничего особенного, да? Я пока не вручаю. Ты считаешь ничего особенного? Нет, это очень особенно, это круто, это уникально. Все, спасибо. Слушай, прям горжусь. Да, спасибо вам большое. Да, благодарю, да. Мне бы хотелось тоже сказать огромную благодарность в отношении компании. Я пришел в 2014 году, смотрел на это и создал ли я себе такую команду, задав себе вопрос, я думаю, нет. Я не задумывался на самом деле об этом, честно говоря. Вот, ехал вчера, тоже вспоминал эти моменты, транслирую себя в памяти. И как вообще, в принципе, система построена, то, насколько удобно пользоваться услугами, то, какое пространство вы нам создали, однозначно, вот мы об этом обсуждаем, это повлияло на наши результаты, однозначно, 100%. Огромная благодарность вам, то, что вы уделяете такое внимание, знаете поэтапно каждого человека из команды, и это очень вот прям реально вдохновляет. От первого лица, который создал такую систему среди всех городов, стран, вот, работая в структуре и понимая, когда в команде и в компании было там 20 человек, и генеральный директор не знал даже отдел продаж, это о многом говорит. Благодарю вас. Спасибо, спасибо. Так, я же забыл сказать, что мы, как уже договаривались, команду мы субсидируем на движение съездить, правильно? Вот, а Ильнуру я уже, ну, давно этот сказал, что это будет так, но я, наверное, уже поделился, что я сейчас пишу вторую книгу, у меня там будет 37 глав. И единственный человек, которому я дал право тоже одну главу книги написать, будет Ильнур. Все, все, поэтому в чем-то будет соавтор второй книги. Да, ну что, спасибо. Я думаю, ребята, пора тебе это наш, да, кубок, наш? Да, однозначно, это наша общая с вами победа. Вот, я очень до слез прям, да, вот, горд с вами быть вместе, наедине. Вы реально крутые, вы создаете не просто иллюзию работы, а вы создаете вот действительно такой крупный бренд и показываете то, что мы не просто работаем, да, а у нас такая миссия. И два самых важных момента в жизни у человека, когда он родился и тогда, когда он понял, зачем. Мы, в принципе, поняли, зачем, да, я более чем уверен, иначе бы не было у нас таких результатов. Вам огромная благодарность. Спасибо.